Часто ли мы слышим от наших близких, что они счастливы? Не часто. Просто мы зависим от наших представлений о счастье. Но нас учат отдельным наукам, и никогда и никто не учил счастью. Мы нуждаемся в полном знании о счастье. Это веда. Веда, к сожалению, в наше время разделена тоже на части. Йога, джьоти, швасту, аюрведа, психология. В Академии Шринаджи мы объединили это знание, как и должно быть в настоящей ведической школе. К нам приезжают люди из России, США, Германии и многих других стран, чтобы получить знания, как управлять умом, как влиять на судьбу и стать удачливым, как найти партнера и создать гармоничные отношения. На курсе мы определим ваше призвание и поможем поставить цель, а вы на себе испытаете практики очищения, оздоровления и омоложения. Следующая возможность пройти обучение на курсе «Три смысла жизни» представится с 3 по 17 января в Индии, в священной Гокарне, на берегу океана. Поймите, для счастья недостаточно чего-то одного – найти партнера, найти призвание или даже быть здоровым. Счастье – это тотальное состояние, и помочь его обрести может только тотальное знание –